Всем привет, вы на канале Леся Фокс, и это мой влог. Сегодня мы идем гулять. Я иду гулять со своей семьей, а точнее тут охотиться за пупсокетами. Так что поехали. Также, ребят, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании, и находите меня в лайки, и тоже туда подписывайтесь, везде очень интересно. Но я начинаю. Не забудь подписаться, ставь лайкосик, пиши комментарий, как этот человек, чтобы попасть в мое следующее видео. Но мы начинаем. Поехали. Уже вышли, и такси тут не оказалось, так что сейчас будем ждать. Круто, в общем. И мы сейчас находимся в парке. Сейчас это был последний аттракцион, на котором я покаталась. Я сейчас пойду домой. Так, я наконец-то дома. И, честно говоря, я очень устала. В общем, дело в том, что сначала мы поехали вообще в Белый хутор, не только за моим пупсокетом, но еще и просто поиграть в автоматы. Но он оказался на ремонте, тогда нам пришлось ехать в парк. Ну и там я уже вставила отрывки. Я уже дома, и сейчас вам покажу мои покупочки. Пупсокет. Я выбрала себе вот такой, там был еще с пончиком. Но мне понравился вот такой. С ним не идет дополнительного держателя. Стоил он 130 рублей. Я его потом наклею. Посмотрим, как это будет смотреться. Так. Также Орео. Но это не простой Орео. Там еще были розовые, желтые. Я выбрала себе голубой. Сейчас вам покажу суть этого Орео. Суть этого Орео в том, что когда мы его открываем, тут есть слайм. Короче, вот мы его сейчас вытащим. Я его весь вытащу с баночки. Такой он. Вот так выглядит баночка. Она на три части разбирается. Вот лицевая сторона баночки. Сзади точно такой же рисунок. Перейдем к слайму. Он очень хорошо тянется. Кликает. Не размазывается, потому что это не баттер. Это скорее клеер слайм, потому что он очень прозрачный. Вот я сейчас его растяну и посмотрим. Он очень прозрачный. Я себе выбрала голубой, потому что это мой любимый цвет. Хорошо щелкает. И самое главное, его много. Друзья, это был весь влог. Если тебе понравилось это видео, то не забывай ставить пальчик вверх. Ну а я с вами прощаюсь и всем пока!